Здорово, это Шамшурин, и хочу прочитать один комментарий. Владимир, спасибо за ваши труды, смотрел активно ваш блог в 16-17 годах, много чему научился, купил вашу фирменную книгу, спустя некоторое время познакомился с прекрасной девушкой, которой в данный момент 3 года как женат и уже есть желанный сын. Спасибо вам большое, а книга до сих пор стоит в шкафу. Мне всегда лестно получать такие комментарии, такие письма, они приходят, скажем, с достаточной периодичностью, и это и есть суть моей работы и смысл моей работы, что мужчина сам выбрал себе женщину, которая ему нравится, создал с ней семью, и самое главное, что он счастлив в этой семье. Вот. Но суть не в этом, здесь есть встречный комментарий, когда человек пишет: а какую книгу ты прочитал, МК1 или «Позиция сверху»? Он пишет: «Позиция сверху». То есть вот это меня больше как бы удивило и зацепило, и заставило снять этот видос. То есть есть люди, их немало, которые до сих пор думают, что есть какая-то волшебная таблетка, что нужно прочитать эту книгу, и все само собой придет, результат придет сам собой. А если результата до сих пор нет, то, скорее всего, только потому, что ты прочитал не совсем ту книгу, или не совсем того автора, или не тот видос посмотрел. Нужно посмотреть еще больше и прочитать еще больше. Вам не надоело вообще вот эта вся херня, в которую вы сами верите? Вам не надоело быть теоретиками? Вам не надоело думать, что как бы решает какой-то материал? Человек просто взял, прочитал книжку, в которой есть определенные задания и упражнения, пошел, выполнил их, потому что у него была какая-то внутренняя мотивация для этого, и для него вполне естественное возможно. Он пошел, сделал, получил тот результат, который он хотел. Разница между тем человеком, который спрашивает, какую книгу ты прочитал, эту или эту, и этим мужчиной, который создал семью, только в том, что тот взял и сделал, применил те вещи, те инструменты, которые даны в книжке, а этот человек их не применил и думает, что, наверное, надо прочитать другую, тогда точно у меня все попрет. Это ключевая ошибка, ничего не изменится ровным счетом, пока ты не начнешь применять те инструменты, которые есть в видеороликах, написаны в книжке и так далее. И если ты сам не можешь до сих пор найти у себя мотивацию применить это, заставить себя, разрешить себе, позволить, как угодно, то для этого я и придумал марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом с тобой». Это онлайн-марафон, мы его проводим второй раз в жизни, первый раз он был зимой, и все люди максимально довольны и счастливы, кто в нем участвовал. Там пчела летает, да, Тигран, ты угораешь. Вот. Суть марафона в том, что 10 дней ты будешь получать каждый день задания голосом от меня, я буду лично тебе надиктовывать голосом эти задания. Они будут очень простые и выстроены по нарастающей, там будут пояснения к этим заданиям, и самое главное будет моя поддержка и поддержка моих ребят голосом и по видеосвязи. То есть ты будешь иметь возможность вместе со мной, созваниваясь со мной по видеосвязи, идти выполнять какие-то задания, я фактически буду находиться рядом с тобой. Это самое крутое, что ты можешь получить на расстоянии. Ты можешь участвовать из любой точки мира, и если вдруг ты и сейчас думаешь, что, наверное, все-таки я прочитаю еще пару книг или посмотрю еще пару видосов, это, конечно же, твой выбор. Если ты хочешь использовать это лето и провести его все-таки в компании лучших женщин, да, потому что тебе же это нужно, это твоя потребность, которая у тебя не закрыта. Здесь под этим видео записывайся на марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом» с 18 по 27 июня. Продажи будут открыты только 3 дня, потому что количество мест ограничено. Продажи будут открыты с 15 по 17. Все подробности здесь под видео. Все, пока, увидимся.